Брестская область в тройке лидеров по строительству жилья. В 2022 году в регионе построено более 655 тысяч квадратов. В этом задача не меньше. Девятая часть, а это немало, предназначена для военнослужащих. Накануне город Брест перерос еще на два дома для военнослужащих Брестского гарнизона по улице Грибоедова в новом микрорайоне. Со своей задачей строители Брестжилстроя справились менее чем за год. Дома оборудованы пассажирскими лифтами, домофонами, системой видеонаблюдения за входами в подъезды и прилегающей территорией. Во дворе детская игровая площадка с горками и качелями. Поблизости находятся магазины, школа, детский сад. Сегодня в жизни Брестского гарнизона очень важное и значимое событие. Это новоселье у военнослужащих и членов их семей. В нашей стране проводится социально направленная политика развития нашего государства. И приоритетом этой политики является забота о военнослужащих и сдача двух домов на 143 квартиры является явным подтверждением этой политики, которая проводится в нашей стране. Но прежде всего мы должны все помнить и знать, что это стало благодаря возможным решению, принятым нашим президентом Республики Беларусь, главнокомандующим вооруженными силами Александром Григорьевичем Лукашенко. Именно благодаря этому решению еще более 380 военнослужащих в течение нескольких лет еще станут счастливыми обладателями ключей от квартир. А в целом по стране за эти годы будет построено более 4000 квартир для военнослужащих. Также хочу напомнить и сказать, что благодаря этому решению военнослужащие получили право при наступлении определенных обстоятельств стать собственниками этого жилья. Это очень дорогого стоит, и мы должны с вами про это помнить. И я убежден, что мы еще большей отдачей, больше добросовестно и порядочно будем сохранять мир, стабильность, независимость и территориальную целостность нашей страны. Поручение активнее строить жилье для военных в 2020 году дал глава государства, посещая 38-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду. Тогда в Бресте была наиболее сложная ситуация с жильем. Сейчас проблема решается. И как отметил на торжественном мероприятии председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко, в Брестской области для военных уже построено 709 квартир. Это жилье построено опять-таки для вас, это гражданскими строителями. Сегодня Брестская область справилась с этой задачей, и одна из, так сказать, больше всех областей построила именно для семей военнослужащих. Мы построили 1272 квартиры, из них 709 – это для военнослужащих непосредственно, вашей категории. Конечно, в различных и городах, и наших районах, нашего региона. Вам сегодня одна из самых приятных миссии, чести, да, заселяться первыми, получать ключи. Я хочу, чтобы у вас в семье царила любовь, согласие, слышались детские голоса, о чем сказал ведущий. А мы с удовольствием вели ваших детей вместе в наши школы, сады, и наша страна имела свое будущее. Живите счастливо, дружно и, конечно же, под мирным небом. Среди счастливых обладателей новенького жилья Елена и Дмитрий Спиридоновы. Мужчина всегда мечтал пойти в армию и в дальнейшем связать свою жизнь именно с военным делом, что, собственно, у него и получилось. Вот только когда мужчина обзавелся семьей, вопрос жилья стал одним из первых и основных. До этого жили в семейном общежитии, которое тоже предоставила бригада. Сейчас получили арендное жилье, очень рады этому, так как можно не волноваться, не беспокоиться за семью, пока выполняешь свои задачи по предназначению, дома все хорошо. Увидели комнаты, хороший ремонт, все есть, все чисто, аккуратно. Две комнаты получили, двухкомнатную квартиру. Ну, впечатления довольны всем. Касаемо нашей квартиры, нравится ремонт, в принципе, как сделано. Вот, поэтому в целом, в общем, мы довольны первым впечатлением. Плюсов для военнослужащих, чтобы люди служили в армии, это как и льготное кредитование, так вот сейчас вот арендное жилье.
также ранняя пенсия, так как у всех, это и зарплата тоже вполне сопоставимая. Сегодня арендное жилье, которое предоставляют военнослужащим, действительно комфортное. Вселяться можно хоть сегодня. Жилье с полной отделкой. Семья Левчук одной из первых оценила просторную квартиру. Михаил из Березы, служит в Бресте 7 лет. Супруга Алена из России. В семье двое детей, Коля и Катюша. И жилищный вопрос стоял остро. Вооруженных сил с 2012 года, 5 лет обучения, и в 2017 году выпустился. После этого служил в Бресте. Новость, конечно, приятная, все довольны. Долго ждали этого момента. Очень были рады, когда это узнали. Просто не верилось, потому что наконец-то долгожданная квартира, потому что уже надоело. Мы в общежитии жили и на съемных квартирах, а сейчас уже все, свое жилье. Район очень такой новый, очень понравился. У нас 4 комнаты, вы сами не ожидали. Вот, квартира очень красивая, ремонт шикарный, все как мы и хотели, в светлых тонах. Командующий силами специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь Вадим Денисенко также обратил внимание журналистов, что в Бресте сегодня открыли 2 первых служебных дома для военнослужащих. Ведь в других гарнизонах республики служебные дома были, а вот для Брестского это была большая проблема. Вот мы начали ее решать. Выходом указа президента по строительству служебного жилья, вот первые ласточки, 2 дома уже есть. Еще в этом году еще будут дома, и таким образом, по нашим расчетам, мы думаем, что где-то в течение 2 ближайших лет жилищный вопрос для военнослужащих уйдет в небытие. То есть мы используем свои вопросы, то, что связано с общежитием и вот служебное жилье. И люди, прибывающие для прохождения службы в Брест, с этим будет обеспечен наш жилье. Поэтому это положительный момент. Ну и вы понимаете, можно служить, радоваться тогда, когда у тебя дома все спокойно, и ты знаешь, что ты пришел к себе и спокойно можешь отдохнуть. Вот для наших офицеров это получилось. И вы, наверное, обратили внимание, здесь получал ключи и военнослужащие, контрактная служба, и прапорщики, и младший офицер, для которых это очень болезненный вопрос. Но вот они есть, они же в основном прирост народное население дают молодежь, а вот для них это самое важное является то, что они сегодня имеют возможность получить это жилье. К слову, стать владельцем арендного жилья могут все белорусы в погонах. Это военные, милиционеры, следователи, пограничники, спасатели. 25 лет службы и квартира достанется бесплатно. После 20 лет жилье можно выкупить в рассрочку на 15 лет.